Третья серия сериала «Когда закончится февраль». Ольга записывается на курсы самообороны. Она предлагает организовать такие же занятия в их кризисном центре. Женщины, которым там помогают, должны уметь себя защитить. Ольга знакомится с Дашей, маленькой дочкой Сергея, юриста центра. За психологической помощью в центр обращается художница Кира Портнова. Из ее рассказа Ольга понимает, что Кира стала жертвой тех же самых бандитов, что и она сама. Сергей передает Ольге новогодний подарок от Даши. Девочка очень привязалась к Ольге. Посмотреть очередную серию вы сможете 22 февраля.